Воздушные гимнасты, удав Катюша и собака-математик. В Серпухов с гастролями приехал цирк «Шапито Яранга». Полуторачасовая программа способна очаровать и подарить массу позитивных эмоций зрителям всех возрастов. Цирк расположился на парковке торгового центра «Слава» и будет работать до 8 мая. Наш корреспондент Елена Киселева побывала на первом представлении и готова поделиться впечатлениями. Веселый клоун, как всегда, главный персонаж любого циркового представления. Главный, но не единственный. В программе воздушного цирка «Шапито» множество разнообразных номеров, рассчитанных на веселый отдых для всей семьи. У нас воздушный цирк, поэтому у нас целых два номера воздуха. У нас две гимнастки на полотнах и на кольце, на трапеции. Девушка. Это все, естественно, у нас для пап в основном радость. А для мам у нас радость – это наш фокусник и чародей пират Барабулька. Ну а для ребятишек у нас радость дарит наш веселый задорный клоун Тарапулька. Цирковая семья Орловых практически живет в Яранге. Именно так называется передвижной воздухоопорный цирк «Шапито» из Нижнего Новгорода. Опорные столбы накачаны воздухом, но здесь происходит самое настоящее грандиозное цирковое шоу. Зрители восхитили гимнастические номера под куполом цирка. Неуловимые манипуляции фокусника, ловкость жонглера. Порадовали дрессированные животные, шиншилла, коза, белый пудель, который умеет считать, поросенок, мини-пиг и даже питоны. Королевского желтого все желающие смогли даже потрогать. Захватывающие цирковые номера, живое общение и непосредственное участие детей в цирковых номерах подарили зрителям массу положительных эмоций и незабываемые впечатления. Каждому понравилось и запомнилось что-то особенное. Мне очень нравится шиншилла, вот как собака сейчас танцевала. Вообще мне тут все нравится, очень. А животное понравилось? Да! Какие? Кролик! Я ни разу не была в цирке, мне очень понравилось. Ну все, мне понравилось, как собака считала. Гимнаста. Весело? Да. Очень интересно, весело. Очень красивые животные. Понравилось. Не зря приехали в Серпухов. Это здорово, что к нам приехал цирк. Это радость для детей и для взрослых. Спасибо. Почаще бы такие цирки представления. Увидеть цирковую программу семейного цирка «Шапито Орловых» можно успеть в майские праздники. Яранга будет открыта для зрителей до 8 мая.